вот теперь с голосом. Привет, зрители. Тут ветрище, но не очень сильный. Я увидела, что у нас тут выросло что-то такое. Яблоня, не яблоня, фиг знает. Я знаю, что тут рябина была. Но что-то я рябину пока не наблюдаю. Вообще это куст акации. Жирные почки. Очень жирные почки. Хотя, может быть, это... Жучок. Это, наверное, это... Какие-то... Черемуха. Черемуха и там. А где рябина? Была рябина. И сплыла рябина. Нема рябины. Печаль. Еще нема. А, вот рябина. Она как-то в этой части. И тут, походу, рябина. Ой, блин, тут эти птички. Но они еще цветут. Просто интересно, что это такое. По ходу дела этого селюги разрослись. Тут какие-то всякие цветочки. Ветло, оно же ило. Что-то раздолбалось. Я хотела сходить к пруду. Но у меня родственники пчелы. Теперь туда не сходить, потому что это мимо пчел. И сейчас опасно туда перейти. Если не хотите, не держать. Оно цветет. Ветло цветет. Зритель, поставь лайк, пожалуйста.